Приветствую вас. Первое, о чем мне хотелось бы вам сказать, заключается в том, что ваш вопрос построен таким образом, что по форме его можно отнести к разделу эзотерики. Потому что вы спрашиваете у нас так, как будто пытаетесь найти ответ у нас. А в действительности же психологи не дают таких готовых ответов. Вот. Психологи, они помогают клиенту найти этот ответ самостоятельно. Ну, если, конечно, у клиента есть на это желание его. Ну, то есть, это вот первое, о чем я бы хотел вам сказать. Да? Значит, нужно, чтобы вы постарались определить, какой категории, значит, какому разделу вы бы могли отнести свой вопрос. Да? Это первое. Второе. Вы говорите, почему муж не хочет возвращаться в семью? Потому что его что-то не устраивает. Ему это не нравится. И вот это напрягает, может быть, что-то тяжело ему дается по какой-то причине, вот. И из-за этого он и не хочет возвращаться в семью. Ведь семья, понимаете, она как минимум, ну, не должна, скажем так, человеку вредить. Да? А в вашем случае мужу, скорее всего, наносится какой-то вред. Ну, по его мнению, да? По его мнению, наносится вред. Вот. То есть это такой, ну, достаточно важный момент. Вот. И тот факт, что вы спрашиваете об этом, вот о том, что почему муж не хочет вернуться в семью, говорит о том, что, скорее всего, вы еще не осознаете того, какие есть проблемы именно у вас, между вами. Не просто проблемы у вас, что мужа нет, что муж ушел, а именно проблемы между вами. И в том числе проблемы у вас в контексте мужа. То есть вы не даете своему мужчине то, что ему нужно. Вы не можете мужчине дать того, что он хочет. Вы, по сути дела, не даете ему самого главного, да, не позволяете ему почувствовать себя мужчиной, скорее всего. Ну и там дальше уже какие-то детали этого, детали этих моментов. Вот. Значит, это первое. Второе. Значит, второе, нужно постараться определить, почему вам так нужно, чтобы он вернулся. Ну, человек ушел. Это, в принципе, его выбор уйти, да?
Вот. Почему, соответственно, вы так нуждаетесь в том, чтобы он вернулся к вам? Для чего? Зачем? Почему? Понятно? Но какие ваши желания связаны с этим? Какие ваши потребности, значит, завязаны на этом? Какие ваши нужды, скажем так? Понятно. О чем идет речь? Значит, так. Дальше. Следующий момент, который я хотел бы вам сказать. Следующий момент, тонкость, может быть, заключается в том, чтобы вы сейчас на своего мужа не давили бы. Чтобы вы сейчас на своего, чтобы вы сейчас своего мужа не грузили бы. Вот. Чтобы вы как-то все-таки постарались к нему, ну, может быть, прислушаться, потому что он говорит, потому что он хочет от вас, потому что ему нужно, вот, ну и так далее. Вот. А в общем и целом, в общем и целом, это очень важно. Вот. Чтобы такая ситуация была. И тогда вы можете сделать так, чтобы между вами и вашим мужем восстановилась некая связь, контакт, если угодно, который помог бы вам восстановить ваши отношения. Но только после того, как значит, вы реализуете свои потребности, да, свои желания. Вот. И так далее. И так далее. Я думаю, так он ответит вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас дополнительные вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.